за счет чего сегодня удалось победить? Ну, за счет Жуани, наверное. Хорошо играли дома, проиграли игры. Сегодня надо было кровь из носа брать очки. Ну, получилось, что приехали в Уфу, но отступать некуда. Работали, боролись, выполняли тренерскую установку. В конце чуть подсели, но вытерпели. Молодцы. Что случилось в третьем периоде? Может быть, зря в оборону откатились? Да, нет, ну, Салатвёв хорошая команда. Чуть, наверное, где-то добавили в движение, но мы, я считаю, не уступили. Навал – это нормальное явление. Ну, хорошо, что мы забили на одну больше. Кого вам забрасывать вот здесь? Ну, приятно, конечно. Воспитанник Салатвёва, то есть играл здесь много лет, и очень приятно. Болельщики, приятно то, что поддерживали. Я там, даже когда уфимские там забивали голы, кто играл в Уфе, то есть радовались. Ну, спасибо большое. С каким настроением ходили сегодня на матч? Все-таки было 22 упражнения подряд. Вот. Да, как всегда, с боевым, то есть не было какого-то там отдельного настроя. То есть всегда все было по плану, и сегодня получилось. Спасибо всем, спасибо вратарю, что он подтащил нас. И вот тут вы с Арзамасом, скажем так, играли в какую-то игру, вообще... Да? Нет, не игра, так просто хорошие друзья, всегда общались. То есть приятно встретить на льду, там, против него поиграть всегда. Что сказал вам, когда за визор вы его потащили так резко? Да, ничего не сказал, все нормально. Спасибо.